Очень был бой тяжелый был, прошел, так сказать, в напряжении все два раунда. Сборная Южно-Казахстанской области очень сильная, так сказать, в команде очень сильные спортсмены, титулованные одни. И для нас эта победа была очень тяжелой, но и сладкой. Все два команда, и Чимкент, и Тарас, очень хорошо выступили. Классный финал был. Поздравляю, кто выиграл.